Здравствуйте, с вами Кадор Фитнес Таирова и я, Дарья Паркова, покажу вам сегодня комплекс упражнений, которые можно выполнять с фитболом в домашних условиях. Первое упражнение называется приседания с подбрасыванием мяча. Вы берете мяч двумя ладонями с двух сторон, садитесь и подбрасываете мяч вверх, ловите. Поднимаете на вдохе, опускаете на выдохе. Таз опускаете до параллели с полом, мяч ловим на уровне груди. Вдох, выдох, вдох, выдох. Следующее упражнение отлично проработает ваши мышцы брюшного пресса. Вы берете мяч в руки, ложитесь на пол, поднимаете ноги вверх, берете ими мяч, опускаете на вдохе и на выдохе поднимаем корпус вместе с ногами. Вдох и на выдохе передаем мяч из рук в ноги. В верхней позиции делайте паузу, сокращайте прямую мышцу живота. Выдох и вдох. Старайтесь поясницу не отрывать от пола. Ноги держат в напряженном положении. И заключительным упражнением в нашей сегодняшней программе будет планка, которая отлично проработает все мышцы вашего тела в статическом напряжении. Упираетесь животом на мяч, переходите на ладони и шагаете вперед до положения, когда мяч не окажется на голени. Мышцы пресса напряжены, ягодичные мышцы напряжены, лопатки сведены к позвоночнику. Удерживайте данное положение минимум 30 секунд. Дыхание спокойное и ровное. С помощью этих упражнений вы сможете поддерживать свое тело в отличной физической форме. С вами был Кадор Фитнес Таирова. Занимайтесь спортом. До новых встреч!